называется тюльпан. То есть это вот тут нужно правее брать, потом правее, еще правее, а теперь налево резко повернуть, потом направо. И я опытный водитель, я вчера еду на семинар, я вовремя еду, я такая счастливая, я люблю вовремя приезжать, и, ну, часто все равно опаздываю, девочка, потому что, вот. И вот я, значит, первый раз вчера въезжаю и не туда повернула, и мне навигация говорит, развернитесь, 1,5 километра в обратную сторону, я развернулась. Потом, значит, подъезжаю к этому критическому месту, думаю, я сейчас точно вот в этом уже не поеду, потому что я же там была, я знаю, что неправильно. И в соседнюю, значит, эту, в соседний съезд. И она мне говорит, маршрут изменен, развернитесь, пожалуйста. Я разворачиваюсь, думаю, Бог Троицу любит. Вот, думаю, ну, время еще у меня есть, так что я могу еще пару раз развернуться. Разворачиваюсь, в третий вот съезд выезжаю, она мне говорит, развернитесь, ну, как бы неправильно. Я уже сижу, смеюсь, потому что, ну, как бы, ну, я не страдаю топографическим кретинизмом, да, у меня как бы нет сложности с этим. А мы когда с детьми во Францию ездили, я там ругалась жутко, потому что во Франции самые сложные развязки. Это у нас какие-то там петельки, цветочки, да, бабочки, и все понятно, то есть, ну, как бы, все нормально. А там тюльпаны с петельками и с бабочками. Вот кто ездил на машине по Франции, вы знаете, да, что там, ну, там без бутылки вообще не разберешься. Я думаю, поэтому они очень любят вино, потому что там время от времени просто нужно выпить для того, чтобы расслабиться, успокоиться и дальше продолжать свой путь. И я, значит, опять выезжаю на этот сложный участок, и уже пятый раз я поворачиваю не туда, и у меня уже бешенство такое. Причем это дорога на Шереметьево, я, ну, как бы, летчик, вообще заслуженный летчик России, потому что у меня миллион миль недавно было, вот. И я налетала миллион миль, наверное, больше, чем у некоторых летчиков. Вот. И я пять раз не туда въезжаю, и потом я решила, совершенно идиотское решение принять. Я решила как бы посмотреть все-таки, какие есть варианты. И вообще резко сворачиваю направо и приезжаю сюда в адреналин. Креативнейшее решение приняла. Меня навигация вообще туда не вела. А я взяла и приехала. Я потеряла кучу времени, я нервничала, у меня разные мысли были. Я бензин потеряла, время, деньги. Вот, и что-то на сцене здесь произошло без меня, я утратила эту информацию. И я подумала о том, что если бы не было системы Network 21 и вот таких конкретных шагов, которые ведут нас напрямую к нашей цели, вот мы все вот эти тюльпаны ловим с вами, да, вот эти вот развязки, не туда уезжаем, потом возвращаемся на следующий семинар, на консультацию, и мы ищем эти ошибки. Не чтобы сразу, да, вот как бы проанализировать все, ехать куда нужно. Но причем навигация, она дурная, она может и не туда увезти, а вот спонсорская линия, она всегда ведет туда, куда нужно. И, собственно, что... Нет, мне нужен предыдущий слайд, пожалуйста, с начала моей презентации. Лидер-клуб. Да, спасибо большое. И, собственно, в чем заключается технологический процесс или техника построения этого бизнеса именно в системе Network 21? Она заключается в фундаментальных каких-то вещах, которые мы все делаем. Мы не отличаемся друг от друга никакими талантами, супер там невозможностями. Там никто из нас не балерина и не атлетического прямо невероятного телосложения, как Шварценеггер, любимый герой наших дорогих гостей. Да? То есть мы здесь не пишем стихи, мы не ныряем там на 50 метров глубины. Мы все обычные люди, которые хотят немножечко лучше жить, хотят улучшить свой стиль жизни. И мы все пришли из разных профессий. Совершенно мы, у нас как бы у всех разные менталитеты. Но система Network 21, она, знаете, нас в поток так вводит. И в этом потоке мы чувствуем себя спокойно, защищенно, и мы знаем, что делать. И это на самом деле очень важно. Я была директором и совладельцем пивзавода в Сочи, когда мне предложили этот бизнес. И вот на таком семинаре я приняла свое решение заниматься этим бизнесом. Почему? Потому что я никогда не была пивником, производственником до того, пока не появился у меня пивзавод. И сколько времени, денег было потрачено получить собственный опыт, прежде чем ты получишь какой-то нормальный доход, да, который будет покрывать твои расходы, еще на жизнь немножко останется. Поэтому, когда я узнала, что здесь есть система, это как бы предопределило мой выбор. Я думаю, что у многих
Я думаю, что у многих из вас есть тоже такие ситуации в жизни, когда вы теряли очень много времени и денег, потому что вы просто действовали интуитивно или как-то еще. И вот действовать интуитивно, это, знаете, это, наверное, правильно, да, чувствовать сердцем, но когда люди, например, говорят мне о том, что они купили недвижимость за границей, я спрашиваю, а ты с кем посоветовался? Вот с кем посоветовался? А зачем мне советоваться? У меня были деньги, было хорошее предложение. Но, слушай, у нас в спонсорской линии есть люди, которые обладают несколькими объектами недвижимости в разных странах. Ты почему с ними-то не посоветовался? Почему ты принимаешь важные решения в своей жизни, опираясь только на собственный опыт? Его недостаточно, насколько бы умные и опытные вы ни были. Правда ли? Кто со мной согласен в этом? Так вот, кредит доверия к спонсорской линии и к системе Network 21 будет определять, куда вы придете и за какое количество времени. И вчера у нас был такой фееричный вечер, да? Я не спала до 2 часов. Мне нужно было дальше что-то делать. Ольга Клопова стояла передо мной в своем красном платье. И я понимала, что начинается новый период в моей жизни. Низкий поклон новым бриллиантам, когда они закрывают свой уровень. Они думают, что они заработали себе деньги и себе построили карьеру. Ребята, каждый новый бриллиант работает на всю нашу команду, потому что это большое доказательство работы системы и доходности нашего бизнеса. Так что тебе еще раз поздравления, и ты великолепна, благодарим тебя. Итак, фундамент нашего бизнеса – это лидер-клуб. И если вы сегодня принимаете решение серьезно строить этот бизнес, то этот слайд просто для вас. Фотографируйте, конспектируйте. Вот это то, чем нужно будет заняться до следующего уикенд-семинара. Стать ключевым человеком, подключать новых партнеров в свою группу и квалифицировать бронзовый старт. Значит, смотрите, 9% уровень. Определенная сумма доходности в этом предпринимательстве. И если вы построите именно как лидер-клуб 3 бонусные группы, то у вас будут плюс деньги, плюс 25% к вашему бонусу. Почему? Потому что когда-то Джим Дорн и Нэнси Дорн создали Network 21 и создали вот этот алгоритм, да, лидер-клуб. И очень много времени прошло, пока Amway не взял на вооружение вот именно эту концепцию бизнеса. И тогда совпало все, система обучения и доходность вот лидер-клуба. И тогда появилась программа «Бизнес Плюс», она основана на опыте Network 21. И это очень круто, между прочим. 3 линии по 3% – это больше, чем 2 человека и больше, чем 200 баллов и 200 личных баллов. Смотрите, как создается товарооборот. Вам, в принципе, нужно определиться, в какой области вы будете развиваться в этом бизнесе. Например, если вас интересует тема ЗОЖ, то сейчас вот уже много об этом на сцене сказали, да? Вы можете себе выбрать бренд NutriLight, разобраться в этом и как бы выбрать для себя программу. Подключиться самому к марафонам здоровья, в первую очередь самому подключиться, купить набор и получить свой опыт. Подключить своих знакомых, у кого есть проблемы со здоровьем или с лишним весом, или с недостатком веса. Согласитесь, у нас у всех такие есть знакомые, правда? А родственники, так они у нас вообще от самого худого до самого большого, да? Вот, поэтому тут только с родственниками можно 10% построить, потому что каждый нуждается в этом. Например, вас интересует сфера красоты. Подключитесь на марафон красоты, купите себе набор, изучите бренд Artistry. И начните с ним развиваться. Тогда у вас точно появятся партнеры, которые тоже с вами будут использовать этот бренд. Если, например, вы любите готовить, возьмите бренд iCook, начните с ним развиваться. А какие сейчас скидки на iCook, да? Так мы мечтали всю жизнь о таких скидках. Сейчас, знаете, вот эти скидки, которые дает компания Amway, как думает обыватель, потребитель, не предприниматель. Он думает, я сейчас себе куплю много всего по выгодной цене. Как думает предприниматель? Это уникальное время, когда я могу вложить деньги
и поднять 40% прибыли. Вот как думает предприниматель. Это уникальное время. Нет ни одной другой такой возможности, когда вы сейчас, приобретя продукцию со скидкой, можете заработать колоссальные деньги. И 40%, да, 48% на самом деле, если вы хорошо знаете презентацию бизнес-возможностей. Так вот, вы можете выбрать себе ту или иную категорию товара и 1200 баллов сделать только на том, что вы сами своим личным примером побуждаете свое окружение действовать так же, как и вы. Мобайл. Каждый лидер-клуб – это человек, который находится в информационном потоке. Что такое информационный поток? Это тогда, когда ты свой мозг загружаешь определенной информацией. Ты не как пылесос все собираешь, да, и потом анализируешь, и думаешь, это мне надо или не надо, а вот эта книга еще лучше, а вот эта книга с золотым переплетом, а вот эту книгу я куплю со скидкой. Вот этого всего не надо, потому что вот у нас здесь есть библиотека аудио-видеоматериалов, которые всегда будут тебя держать в фокусе. Ты всегда будешь на своем пути. Тебе не нужно вот это вот маркетинговыми исследованиями, какими-то общественными исследованиями заниматься. У тебя чистая кристальная информация. И если у вас нет еще вот такого набора, ребята, я вам рекомендую его приобрести. Потому что это наш интеллектуальный потенциал. Это то, что нас делает сильнее, умнее, спокойнее, увереннее в себе. Да, сейчас непростые времена. Как ведет себя обычный человек? Да? Он начинает думать о том, что же завтра будет, что же делать, как же быть. А вдруг у меня не получится? И вот это вот начинает стенание, знаете, вот эти сомнения. Как ведет себя человек, партнер, который находится в системе Network 21? Он уверен в том, что будет все хорошо. И что спонсоры, система и компания Amway поможет нам преодолеть какие-то трудности. Трудности всегда бывают. Утопия думать, что в бизнесе нет трудностей, что вот так вот все красиво. И вот этот праздничный мусор с потолка, это все вот только вот так выглядит. На самом деле я очень люблю этот праздничный мусор, который вчера блестел, да? Я ради него готова новые уровни построить. Платье, вот это вот, то есть праздник, это здорово. Но у нас у всех есть будни. И не надо вот прямо умирать от того, что они невероятно какие-то сложные будут. Нет, они такие же, как и прежние будни нашей жизни. Ничем не отличаются. Просто становление личности всегда идет через какие-то преодоления, новую информацию, практику, опыт. И это нормальное состояние, или я бы сказала так, нормальное состояние прогресса данной личности. И все вы сможете постичь, потому что Network 21 адаптировал эту информацию для нас. Так вот, мобайл – это гигиена вашего слуха. Это очень важный момент. Не надо ходить по разным источникам и искать информацию, которая будет вас отвлекать. Чистый информационный поток N21 Mobile. Поставьте его на автопродление, и пусть каждый день звучит позитивная, развивающая вас информация. Не отвлекайтесь, если не хотите терять время. Да, не отвлекайтесь, если вы не хотите терять деньги. Следующее, что хотелось бы сказать, это про вот такой материал «Точка отсчета». Это паспорт предпринимателя в нашем бизнесе. Если у вас нет еще паспорта, который я потеряла, то вы еще со свидетельством о рождении. Но кто возьмет в бизнес или на работу человека, у которого еще нет паспорта? Согласитесь, правда? Кто ему будет платить деньги? Если паспорта у человека нет, то он еще в детстве в глубокой иллюзии возможности своего успеха пребывает. Поэтому вот этот материал недорогой совершенно, потрясающе емкий. Здесь есть QR-коды на обучающие материалы. Приобретите его, заполните паспорт и уже достойно войдите в этот бизнес. Потому что это вы не обойдете. Это паспорт. Да? Давайте посмотрим, что у нас еще из лидер-клуба. Ключевой человек. Об этом будет дополнительное выступление, да, лекция «Ключевой человек». Я просто хочу сказать, что это те обязательства, которые мы сами на себя берем, им соответствуем, потому что вот это и есть наш путь,
И здесь мы как бы получаем и опыт, и результативность. Поэтому ключевой человек – это предприниматель, который понимает, что ему нужно делать ежедневно для того, чтобы зарабатывать деньги. Это в любой профессии есть, да, вот какие-то определенные инструкции или необходимые вещи, которые нужно делать. И здесь очень важно, что спонсорская линия, активная спонсорская линия, которая сейчас в развитии находится, все практически, все будут работать только с теми, у кого есть билет для того, чтобы войти в рабочую группу. Этот билет называется билет на следующий уикенд-семинар. У меня таких три. Я еду на все три семинара. И я вам рекомендую билет в свой успех купить, потому что это тоже иллюзия пребывать в таком настроении позитивном, да? И думать, ну вот у меня нет билета на Мальдивы, но я там обязательно окажусь. Вы понимаете, это одно и то же. Если есть билет, значит есть пункт назначения. Если пункт назначения – это зарабатывание денег, это такой успех, как у Ольги Клоповой, да? Это такой успех, как у каждого бриллианта и выше, который здесь сидит, это такой успех, как у Изумруда, это доходы, которые сотнями тысяч рублей исчисляются. Вот это билеты. Все, кто зарабатывает большие деньги, они учатся на семинаре, они в потоке информационном, в обучающем, они в системе мероприятий, которые формируют наше мировоззрение, нашу лексику, да, нашу уверенность, наши способности, раскрывают наш потенциал. И билет на следующий семинар – это билет в то общество, да, которое сейчас развивает этот бизнес. Я на первом своем семинаре увидела признание бриллиантов и сказала, это здорово, это для меня, я буду с вами, ребята, вы такие классные, платья, вот этот праздничный мусор, я тоже с вами буду. А у меня 54 тонны пива на заводе, ну, случилась гроза, перепад электроэнергии, и просто остановились охлаждающие, ну, вот эти вот все дела. Вот. Я не знала, как я этот бизнес построю. Я не знала вообще, но я точно знала, что я хочу быть бриллиантом, я хочу стоять одна на сцене, чтобы со мной этот праздник случился, чтобы все ликовали по поводу того, как у меня это здорово вышло. Вот. И ко мне подходит спонсор и говорит, у тебя билет на следующий семинар есть? Я говорю, нет, это не вопрос, я его потом куплю. Я потом этот вопрос точно решу. Это не проблема. А спонсор говорит, а ты кем хочешь быть в этом бизнесе? Я говорю, если я что-то начну, то мне нужен точно бриллиантовый уровень. Потому что вот эти вот люди выходили, которые на сцену, да, я считала, что это не серьезно, не значительно, промежуточный уровень до бриллианта. Но мне спонсор сказал, что все бриллианты, они в системе. В системе мероприятий, в системе обучения. И они в системе со своей верхней спонсорской линией. Поэтому, если вы сегодня уже вложили время и деньги в свой билет, на который вы сегодня в этом зале находитесь, сделайте так, чтобы это не было пустой тратой. Сделайте так, чтобы этот день, это мероприятие принесли вам колоссальные доходы. Сделайте так, чтобы история вашего успеха вошла в вашу жизнь. Сделайте так, чтобы в вашей жизни уже теперь вы стали хозяином. Есть у нас конкурентное преимущество в нашем бизнесе, по которому можно четко сверять свои действия. Это называется жизненные признаки. Лидер-клуб, это, видите, это такой человек, у которого, такой партнер, у которого не только есть товарооборот, не только три бонусные группы, у него есть еще команда из 5 человек на уикенд-семинаре. И когда вы начнете мыслить лидер-клубом, и это будет вашей основной целью к следующему мероприятию или на следующий месяц, нужно понимать, что вы личным примером будете побуждать своих партнеров по бизнесу, новых партнеров, как правильно действовать и формировать команду. Потому что просто так прийти в бизнес, купить какой-то продукт, да, и быть довольным клиентом, ну, это не предпринимательство, понимаете? Это, ну, просто такое хорошее времяпрепровождение. А если речь идет о зарабатывании денег,
тогда это уже командообразование, целеполагание, правильные действия. Я ключевой человек, я пример, я ищу таких же, как я. Я хочу сделать так, чтобы этот бизнес повлиял на мою жизнь и достичь с этим бизнесом своих целей. И хочу вам еще, у меня время уже закончилось, показать вам видео, как выглядит бизнес бриллианта-основателя локального. Да? Можно, пожалуйста, видео? А теперь я хочу, это, кстати, половина, да, бриллианта-основателя, но я вам хочу сказать, что все эти лидер-клубы минимум 5 плюс на викенд-семинар. Их там приблизительно 60 человек. 60 умножаем на 5, 300 получается, да? Но у них у всех больше, чем 5 на викенд-семинаре. Это практически все по 10 плюс. Вот такими категориями нужно понимать этот бизнес. Я один, не в поле не воин. Мы с командой можем все в этой жизни. Мы сможем заработать деньги, мы сможем преодолеть все препятствия, которые у нас могут возникнуть на пути. Мы сможем сделать так, чтобы у нас пошла дубликация. Кто мой следующий лидер-клуб? Какие у него жизненные показатели? Как я могу ему помочь сделать успех в этом бизнесе? Лидер-клуб – это основа нашего бизнеса. Пожалуйста, запишите себя, и первая консультация у вас, скорее всего, будет о том, как вы будете новым лидер-клубом. А дальше вы точно уже научитесь быть и платиновым, и изумрудом, и бриллиантом, и выше. Будьте успешными, и вам этот бизнес принесет много-много разных подарков, которые вы даже не ожидаете. Будьте бриллиантами. Спасибо.